Помните ли вы уровень Мизантроп? Невероятно сложный и длинный мегаколлап, в котором поучаствовал много как известных, так и не очень игроков. А задумывались ли вы вообще, что с ним сейчас? Да, это новое инфовидео из разряда «Что сейчас с этим проектом и где он?». Прошлое видео про Рочи вам очень понравилось, так почему бы вам и не рассказать про другие уровни, которые когда-то ворвались в комьюнити игры и сообщили о себе. Приветствую тебя у микрофона Сарен и приятного просмотра. Первым делом я, как всегда, полез в YouTube, но кроме как неофициальных футажей с декором, я ничего не нашел. Тогда я все-таки решил написать самому хосту уровня, и вот что он мне ответил. Вкратце, Британг заявил, что уровень сейчас активно декорят, и в скором времени он начнет заменять старые парты, чтобы уровень выглядел более свежим. Некоторые изменения уровня — это замена парта Крейзена, думаю, вы знаете почему, и парта ГХС. Насчет него я не знаю. Также разделение уровня на две части. Это вы наверняка уже знали, и добавление новых партов в начале второго уровня. Ну а на вопрос, когда выйдет второе превью, он ответил, что, к сожалению, у него нет конкретной даты выхода превью. На этом у меня все. Да, видео вышло очень коротким, но, к сожалению, это была вся информация касательно уровня. Но есть и хорошие новости. В скором времени я выложу два видео, которые будут вам интересны. Одно из них так уж точно. И еще. Я теперь официально буду вам предоставлять какую-то небольшую информацию о Мизантропе. Сам хост уровня будет мне ее сообщать. Ну а пока буду с вами прощаться. Спасибо, что уделили небольшое время на это видео. Спасибо за просмотр, подписывайся, ставь колокольчик и до скорой встречи.